После вчерашнего катания все жутко болит. Я полностью очень-очень все болит. Задница, руки, ноги, все, что только можно. Но я все-таки снова взял сноуборд, чтобы добить себя капитально и научиться на нем очень хорошо кататься. Смотрите, красота какая вокруг. И сноуборд, смотрите, какое красивое небо. Я тут лежу сейчас на земле и наблюдаю за этим красивым небом. А рядом только елки. Вообще красота. Еду я снова на подъемнике очередной раз, и я думал, что у меня сегодня будет легче кататься, но все-таки моя болящая пятая точка и все тело после вчерашних падений дали о себе знать, и теперь, как только я падаю, у меня такое чувство, что в меня колят чем-то, ну прям очень больно случается, но тем не менее я хочу раскатать эту всю крепатуру, эту боль, чтобы она перестала, и поэтому я еду уже третий раз или четвертый вверх на гору, чтобы сделать это. Я уже немного овладел сноубордом и могу поворачивать, сменять ноги и ехать с нормальной такой скоростью. То есть сейчас тут пологая горка, тут я скорость не наберу. Пока иду, покажу интересную штуку. Карпаты – это горы такие. Лучшие публикации. Каждые 2 минуты новая публикация добавляется. И я в ней в седьмом месте. Сначала был на 9-м, потом на 7-м, потом на 3-м вообще. И вот так вот сейчас я снова на 7-м. Вот моя публикация, всем вроде нравится. Все, теперь я могу точно с уверенностью сказать, что я умею кататься на сноуборде, ведь сегодня я даже приличную скорость смог набрать. Это было круто, я уже на переднем, заднем канте, перекантовочка, все дела очень круто. Смотрите, сзади гора какая. В общем, вообще круто, я доволен, я уже прям вообще и так на лыжах, и на сноуборде умею кататься. Я, в общем, доволен. Только моя пятая точка не сильно довольна моими действиями.